Для вас звучит песня «Петр и Февронию». Это двое воронских чудотворцев, князь и простая, но, как оказалось, непростая девушка. Она вылечила его от болезни, князя, и он остался верен до конца, и они стали монахами и покровительствуют всем, у кого есть семья. А так как наша семья Бог, то они покровительствуют всем. Мы все одна большая семья, кто живет в любви, во Христе, и с тем живет тем самым Бог, который принимает по любви к людям, к миру. Самая высшая любовь к людям, потому что Бога любить легко, потому что Он идеал и источник всего самого лучшего, а вот людей любить тяжелее некоторые. Еще вот хороших людей, как там, которым нравится, чье мнение совпадает с нашим, вот легко любить, а вот тем, кто не совпадает, и, но в которых все равно живет Бог, каким бы человек, какой бы человек ни был, во всех живет Бог. Только бывает Бог более раскрытый по нашим делам, а бывает и ждет, пока мы откроем ему свое сердце. Так что мы все большая семья, и Петр и Февроний нас поддерживают. Я не знаю. Yeah.